Надо продолжать подъем. Еще один подъем. Хуракан, лицом к лицу в посвященном тебе храме. Наверное, отсюда я смогу спуститься в зал. Осторожно. Осторожно.
Иона, я прошла испытание орла. Кажется, я приближаюсь к тайному городу. Иона, отсюда потрясающий вид. Тайный город где-то рядом. Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Иона? Черт.
Ладно. Надо быть осторожнее. О, черт! Здесь оставаться нельзя. Здесь оставаться нельзя. Сейчас рухнет. Здесь оставаться нельзя. Сейчас рухнет. Повезло. Отлично. Кажется, я его нашла. Тайный город. Попробую отыскать змея с серебряным глазом.
Рады? Я помогу тебе. Уходи! Тебе здесь не место! Я знаю, тебе больно, но... Тринити. Спасибо. Уэнди! Уэнди! Кто ты? Зачем ты явилась? Я исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти, жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби? В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли. Добудь ей одежду. Учу. Останься с ним.
Вернусь, как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо. Я не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. Эцли. Я жду от тебя донесения. Да, мама. Сегодня утром было кое-что. Если хочешь, осмотрись. Когда будешь готова отправиться за ларцом Ишчель, приходи на рынок на том берегу. Тебе нужно что-то еще? Эй! Привет! Кауэли кэшлэла? Паати кинчан ташкунтик лэлума. Хачмалоб. Мауа? Ха-хачвэйо. Как видишь, у нас в Пайтите тайны недолго остаются тайнами. Если ты отклонишься от плана... Это быстро вскроется. Я поняла. В моем возрасте отец был разведчиком. Он был охотником. Грозным охотником. Иногда и грозным. Но еще он был очень добрым. Ты оказываешь нам честь. Кто ты? Пилауич. Это из-за будки.
Это он взял. Хватит, Такий. Потерял кубики? Ладно, только не надо врать. Я могу его видеть, а никто другой. Все в порядке? Нет. Писка-мертвец забрал мои кубики, и мне никто не верит. Но это он их взял. Приветствую. Привет. Мертвец забрал кубики? Ты их точно не потерял? Ох, но ты ничем не лучше их. Прости, ты прав. Давай так, я буду смотреть очень внимательно, и если увижу Писка, попрошу его вернуть кубики. Правда? Ты мне веришь? Мне уже приходилось общаться с мертвыми. Красота. Хакан! Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Я знаю его. Это доктор Домингес. Узрите! Орудие нашего единства и спасения! Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже зовут его Кукулькан. Но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его. Чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед? Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил. И процветал вечно! Я знаю Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно. Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди, Сетсли.
Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Иона, можешь говорить? Ага. Мы с Учи разбили лагерь. Все хорошо. Домингес здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. О. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Изгнанники знают, о чем думают боги. Дайте мне знак! Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. Извините. Ты меня видишь? Наконец-то! Кто-то видит Писко. Ты тоже мертва, Ишик? Наверное, ты Писко-мертвец. Я Писко, слуга богов. Я Лара. Лара, хорошее у тебя имя. Ты не мертва. Как и ты? Нет, я мертв. В детстве меня должны были принести в жертву. Отвели на гору, совершили обряд, но... Но ты выжил. Только тело. Я умер для семьи и друзей. Я жив только благодаря их подношениям. Тут один мальчик говорит, что Писко украл его кубики.
Таки? Его отец очень высокомерный человек. Он очень хотел сыграть. И проиграл. Sokin walik dej, kabein salon. Ma petik balbejo. Я считаю, что Унурату и ее мятежники верные дети Пайтити. И не только я так думаю. Просто только у меня хватает смелости сказать это вслух. Грядет от... Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там снаружи Пайтити? Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити. Отлично. Ой.
Отлично. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Сюда.
Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Спокойно, Лара, без нервов. Меня сейчас тошнит. Так, не спеши. У тебя все получится.
Блеск. Выбора у меня нет. Это один из мятежников? Где-то здесь должен быть вход. Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Сюда. Запах все усиливается. Лара, как ты там? Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучу тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. Другого выхода нет. Ну ладно. Нужно как-то разрушить преграду. Рычаг позволит наполнить водоем. Слишком сыро. Тут нужен катализатор. Рычаг позволит наполнить водоем. Тут нефть. И кровь. Может, эту лужу можно поджечь?
Путь свободен. Надо идти дальше. Это что, зал для кровопускания? Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Черт, потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Неподъемно. Нужен крутящий момент. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем.
Надо повернуть колонны и выровнять каналы. Черт, потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем.
Черт! Нужно поджечь нефть, чтобы эта преграда сгорела.
Хорошо. Теперь надо обрушить преграду. Если я подожгу нефть, преграда сгорит. Если я подожгу нефть, преграда сгорит. А теперь искать ларец. Змея. Вот что они нашли, Тринити. Эцли. Вот этот мелкий бунтарь. Эцли! Вот она! Хватай! Черт возьми!